Профессиональные писатели Чувашии подвели творческие итоги. Каким для них стал прошедший год, чем порадовали мастера своих читателей в нашем репортаже. Проза, поэзия, публицистика, детская литература – продукт сугубо индивидуальный. Но в целом это национальная литература, интерес к которой не угасает. Взрослые и дети по-прежнему знают своих земляков и читают их произведения. В прошлом году цеховое братство расширилось. В союз вступили новые люди. Есть и другие положительные тенденции. Требования читателя растут. Хорошие произведения должны быть в хорошем оформлении. Сегодня мы уже можем гордиться тем, что появилось много детских книг для читателей. А ведь если ребенок взял в руки книгу, он проживет, он до конца своей жизни пройдет с книгой в руке. Несомненно, приблизил читателей к современной чувашской литературе новый проект «Портрет современного писателя Чуваши». Цель и задача проекта – рассказать нашим жителям, кто же пишет книги для детей и взрослых, чтобы они обратили внимание на наших писателей и поэтов, известных и начинающих. А для того, чтобы нарисовать портрет писателя, наверное, согласны, сначала нужно познакомиться с его произведениями. Больше 100 участников конкурса от 3 до 70 лет нарисовали портреты своих любимых авторов. Многие поэты, прозаики, публицисты узнали себя. 50 лучших работ были отмечены благодарственными письмами. Родион Архипов, Татьяна Филатова, Анастасия Алангина, Андрей Спиридонов. Республика.